Рядом со мной находится представитель компании Axioma Soft Анастасия Мичкаева. Анастасия, скажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании, чем вы занимаетесь и какие цели вы ставили перед собой на выставку ProtExpo 2020? Всем здравствуйте, я из компании Axioma Soft, мы являемся IT-компанией и автоматизируем производство, торговлю, у нас есть свои направления по разработке, и на данной выставке мы еще представляем наш продукт 1С Marketing. Скажите, пожалуйста, чем ваш продукт может быть интересен производителям и поставщикам продукции? Ну, как минимум, это продвижение. В принципе, сейчас маркетинг – это, так скажем, горячее направление, которое является двигателем продаж. А когда это производство, то им же нужно продвигать свое производство в массы. Вот, поэтому продвижение в массы. Как прошла для вас выставка ProtExpo 2020? Ну, пока что сказать сложно, да, про конверсию, например, но ажиотаж возле стенда был, и, в принципе, мы ходили по самой выставке, также общались, искали партнеров, потенциальных клиентов, вот, я думаю, что довольно эффективно, а там посмотрим. Анастасия, спасибо вам огромное, спасибо, что были с нами.